Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Президент Эстонии назвала Россию трудным партнером. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью Euractiv заявила о России, что диалог важен даже с самыми трудными партнерами. Об этом сообщает РИА Новости. Также, по ее мнению, Москва виновата в якобы несоблюдении взятых на себя обязательств на международном уровне. России все равно на собственные подписи на международных актах, поэтому НАТО пришло к выводу, что существуют высокие риски, добавила Кальюлайд. Лидер Эстонии также добавила, что Россия не является для Таллина прямой угрозой. На этом пока все. Еще больше новостей ищите на сайте mymsk.online. До скорого!